Книга «Открытым оком», тема «Ереси», вопрос 1039. Непонятно, хороший Лютер или нет? В зале есть представители лютеранской общины. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Лютер перевел Библию на немецкий язык. Хвала и благодарение Господу, он достоин за это похвалы. Он хороший переводчик. Но Лютер потерял священство и оказался вне церкви, и это очень плохо, ибо вне церкви нет спасения. Каждый раз, когда я читаю и думаю о таких людях, как Лютер, Лев Толстой, то хотелось бы сейчас встретиться и поговорить с ними, как они могли столь ясными словами Христа о церкви Христовой пренебречь полностью, обладая столь обширными знаниями, как ученый, монах. Не мог же он не читать творение святого Златоуста и каноны церкви? Почему он сразу же не установил себе законно рукоположенный от католиков епископат? Но их нет, и с ними не поговоришь, а только с их последователями. Лютеранство не церковь. Спешите в церковь ко Христу.